Вопросы взаимодействия СМИ и власти. Этот вопрос обсудили руководители региональных СМИ с губернатором региона и мэром окружной столицы. Инициатива проведения мероприятия, кстати, общение проходила в неформальной обстановке за чашкой чая, принадлежит Игорю Кошину. За полтора часа удалось обсудить более десятка самых актуальных и злободневных тем. Журналистов интересовали вопросы качества дорог, работы управляющих компаний, переселения из ветхого аварийного жилья, передачи полномочий. Чтобы у населения была четкая картина того, что делается для решения той или иной задачи, в теле- и радиоэфирах нашей компании будет предоставляться развернутая информация. Будут звучать мнения всех экспертов по темам, в том числе ответственных лиц.